Вот, и мне кажется, что это VS Team, потому что он пришел как раз таки оттуда. Неправда, когда я обхишел, его уже грохнули. Я уже увидел, когда он ёбнутый валялся. Кто это говорит, блядь? Это убийца, блядь. Вот это убийца, вот это сейчас нет, блядь. Ты и всё, блядь. Может, он его сам грохнул? Ну да, я и говорю, он сам его грохнул, блядь. Какие могут быть гарантии? Все, пиздец. Может быть, суицид? А второй роли нет, мне кажется. Суицид не выход. Знает. Я вообще кстати, для меня эта карта вообще новая, но я могу сказать задание, которое я выполнял. Я только что вошел в игру, такого не может быть, что я убийца. Я поставил какого-то жиробаса в самом начале на диагностику, и потом в реактор пошел, кнопочки эти нажимал. Так что VS Team, я... Вот. Не знаю, я голосую. А, пидорас, ясно. Подозрительно не выглядит. А чё Гильермо ливнул? Где Гильермо? Ну чё, ребята, вы снова убили. А, пиздец, ясно. Сука. Кайф, блядь. Я говорю, Кеннеди снова всех обыграл. Мы что-то создаём? Ну, буквально метра два. Справа это снаружи? Да. Ну ты видел, когда я оттуда выбегал, между прочим? Ну да, ладно, ты выбежал из здания, согласен. Блин, я не знаю, я вот ходил со Стеллой, и мне кажется, я никого не вижу, я кроме блока никого... Предлагаю кикнуть камхеда. Ну, он подозревает, да. А, ну... Почему? Понятно, нахуй, саны. Не, я вообще в лабе был. Там никого со мной не было, оттуда Стелла, по-моему, только вышла и всё. Какие могу же поздравить. Хрена вы беспалевные. На них давно чисто думают. Пересададим на корабль. Давайте корабль. Да, карфель говно. Ну чё, Сева, это я? Ну ладно, так, по крайней мере, я окончательно убедился, что это не Сева. Короче, это не Сева, это не негатив. Потому что мы с ними все время стояли вместе, Сева все время ходил за мной. Ну, короче, давайте кикаем Стеллу и все. Я камхед и Гудиня оправдал Стеллу. Нет, стоп, это может быть камхед, потому что я на камерах. Да, я тоже думаю, что это камхед. Тогда стойте, Стелла. Хорошо, Стелла, где нашла? Да, ну, вы уже все здания выполнили, так что да, это я. Ну давай. Дуру. Я за розового голосую. Сева, не нагоняй просто так. Взял, нагнал на меня просто. Мы с негативом ходили, это блок, блядь. Не, а я на него так же нагнал, блядь. Он так странно за мной рванул. Я думаю, ну пизда, мне смотрю, а там люди, блядь, идут. Неправильный выбор, скорее всего. Ну ладно. Не, Стелла же призналась, мы выиграли. Я стоял в медицине, потому что я решетку чекал в проход. Ну, это тупая тактика была. За что ты меня убила, зайк? Вчера мы, блин, перестрались вообще все. Где? Сука, на мне проклятие смерти. Бля, что за херня? Я первым. Что там 500 челов было, объясните мне. Короче, ребят, давайте я скажу, я нашел труп. Короче, мне это не негатив, это не VS Team. Стелла выполняла какое-то задание. Какое ты задание, если Стелла выполняла? Эти проводочки соединяла. Вот, проводочек соединял, значит это либо Валаш, либо Камхэт, все. Ну типа, я сказал, давайте теперь. Я траву снизу выкидывал. Да, я его видела. А потом с проводками пошел. Мне кажется, там. Может кикнем Авалаша тогда? Давайте кикнем. А какие против него
Ну, это... потому что негатив вместе с нами бегал, VST вместе с нами бегал, Стелла выполняла правую дочку, Камхэт выкидывал траву, а Валаш остается. Ну ладно. Мне кажется, он вообще ушел, но вообще пофиг. Какие-то сжигания ведьм. Точно нормально? Он натягивает свое поражение, мне кажется. Надо бить кнопок. Чё, за кого голосую? Блин, против тебя, я все проголосовали, Дим. А, я тут остаюсь. Да. Дайте, пожалуйста. Ну потому что тебя не было в натуре. Я не выбежал оттуда. Я все выполнил и ушел наверх. Я вообще сейчас в столовой стоял. Не, мы, кстати, там прикольно охладили ягоды. Да, ну то есть по вашей логике это буду я, которая почти все задания выполнила. Мы, короче, забыл цвет того, кто выбежал, но Сева как бы пофанет, что это не я. Я сам зашел, когда там тут был. Сев, ты не помнишь, кто оттуда вышел? Ну то есть логично, не видели меня, не видели. Реактора, я не видел. Ну странно, я помню, кто-то оттуда выходил, но я не помню цвет. Мне кажется, это либо Стелла, либо негатив. Что думаешь? Можем пропустить. Ну тут-то понятно, что можешь пропустить. Я тоже думаю, скид лучше вариант. Ну давай, скид. Ты сейчас все кикнут меня. Странно. Здесь остались самые добрые. Ну, видимо, нет. Да, только во время обсуждения. Это не Стелла, потому что она выполнила задание и засчиталась в полоску, а потом ушла нормальным путем. Блядь, ну значит, это негатив. Ну, это Саня, это Саня. Это Сева, блядь, я все выполнил, у меня все выполнено. Я с Севой зашел. Я с вами специально ходил, чтобы приследить за Севой. Нет, это 100% негатив, потому что он стоял и, ну, типа, мог активировать эту херню. Ну. Бля, вы сделаете большую ошибку. Вы будете друг на друга. Желтый, что ты думаешь? Я за Сань, за Негатив. Давай, я тоже за Сань. Я за Севу, блядь, вы еще попомните мое слово. Дебильно. Это не стало 100%. Ну я, Желтый, извини, тебе не уверена до конца. Ну, я понимаю. Передаю вам привет. Ну понимаю. Никит, левее, пойди, левее, в левую комнату зайди, Никит. Никит, доверься мне, в левую комнату зайди вверх. Я гарантирую тебе. Так убили, чё? Убили не было. Гниды, блядь! Black Lives Matter, ёпт! Чё, чёрный ёбан? Там белого и чёрного ёбан? Кто убийца? Магия белого и чёрного. Так, ну Сашу я видел, я с ним ходил. Зелёный, где там, блядь? А, вроде он тоже с нами был, а дикобраз, как кто, блядь? Дикобраз, смущай. Мне кажется, что это дикобраз, да. Кто это, блядь? Дикобраз, блядь, я выполнил задание, нахуй. Макс, зайди в чат. Жаль, я прыгал. Блядь, лидеры, нахуй. Вот если вы за меня, блядь, вам понимаю. Суки. Без негатива, блядь. Не понял. А, блядь, я полетал, называется. А кто это за мной бегает? А, блядь. Это кто такой Тим Кок, ёбаный? Тим Кок. Вот, Тим. Тим импостер ёбаный. Мы бы проиграли сейчас, скорее всего, да. Бля, Тим импостер ёбаный, Тим Кук нахуй. Изи, блин, Натана какие-то, блядь. Беспалевно вообще. Я, блядь, за первый раунд двух ёбнул, блядь, просто на глазах. Тима, Тима какой-то пиздец, блядь. Подожди. Бля, что-то изи, пацаны. Максим, уйди нахуй, да, Максим! Нихуя ты сорал. Оставили ребёночка без... Тут в столовке труп лежит. Сюда VS-Team только что ушёл. Это еда. Пиздишь, блядь. Кто настолько 300 IQ, что и манки убил? Это еда в политехе. Кто еда? А кого убили манки? Я в зале ёбну.
Ну это либо Цаня, либо это Максим. Не, я думаю, что это Максим. Блять, вам Тёмыч уже сказал один раз. Кирилл закричал, вы что, дауны? Вы сразу могли... Это Максим, я сразу говорю. Да мы просто подождали, пока манки убили, чтобы не кикать. В принципе, логично. Ну Тёмыч, блядь, играть надо нормально. Изи. Как Кирилл. А, блядь, пидорасом быть не надо, понимаешь? Пидорасы по жизни долго не живут, блядь. Ебать. Хай. Ты, блядь, знаешь, что с такими, как ты, в 90-е бы, блядь, ты, Тёмыч, помолчи, пожалуйста. Сделать, пойдем туда. Простите. А тут задание. Тёма, ты тоже жив, да? Естественно. А, мне как... Вот, долбоёб. Вы видели, говноед задание выполнил? Но он не импостер. В долбоёба я верю, поэтому... Сева. Пиздит, я ходил, блядь, со всеми челами. Так никого не убили все равно, блядь. Тим Кок. Это значит, это ты, блядь. Все ходили, поэтому значит, никого не убили, блядь. Разумный чел. А че надо ждать? Ну, говноед активировал, я, блядь, ходил с ними, никого не ёбнул, блядь. Давай еще посмотрим, что будет. Неясно кто. Давайте скипнем. Да блин, ну ладно. Не знаю, я против Тима Кока. Нихуя. Наверное, лучше. Тима Кока, блядь, это Сева. Тим Кок. Найс Тим Кок. Убрал закатку из айфона. Типа, найс Тим, запятая Кок. Ебать, вы гниды на самом деле. Да-да. Только если вы не победите, вы ебать пидорасы, бля. Да забейте, вон, голосование пропущено. Слушай, соглашусь с Сарафтом предыдущим. У кого, блядь, миссии? У кого миссии остались? У призраков. Призраки могут выполнять. Я, кстати, сейчас буду стрелять. Так, блядь, хули они ничего не выполнили. У меня еще миссии есть. Я все сделал. Это фиолетовый, я да? Это у тебя миссии еще. Идемте, кто в канализацию опустится? Где проводка синюшка, пацаны? Никита, тебе они проводку, блядь, это... Не нужно думать о проводке там. А вы где вообще? Вы где вообще? Че вы все с подсъебом дали? А, вон вы где. Че вы подсъебом? Ну и че, блядь, долго мы так ходить будем, Беглан? Да. Ебать ты, блядь, тесот нахуй. Я не выполнил. Нахуй. Да, я от вас ушел. Нахуй. Я иду на смерть. Понятно, кто, да? А чё бы кнопочку не надо? Опа. Говноед, я думаю, это ты. Опа. Нет. Я съебался от вас. Говноед съебался. Ну вот именно, ты съебался, чтобы кого-то убить, нахуй. Долбоёб. Вы втроём там ходили, я от вас съебался, вас не... Ты чё ты дышишь, нахуй? Я против говноеда. Ну посмотрим, блядь, дудос ебаный, блядь. Боёб, уфы были. Гнида, блядь, реально. Уй, ебать на дудосе поносник, блядь. Оранжевого сливал, я его не сливал, все время с ним сходил, а сейчас, блядь, на меня гонит. Блядь, вы проебали. Охуенно, победа. Вообще-то они выиграли, да он. Дебил, блядь. Гнида, блядь. А я тебе доверял. Подождали, пока меня, сука, сольют, блядь. Изи вин, блядь, Никитос, блядь. Не верьте долбоёбам. Блядь, тупо, сука, наезжали, блядь, и слили. Тупо реально, Севу наехал, Никита, потом Севу взял и убил просто. Как ну надо ж взгляд-то отвести. Ну конечно. Надо было Севу не убивать, надо было говноеду убить и всё носить. Пацаны, а почему у меня никнейм красный? Почему у меня никнейм красный? А почему рот в говне? Да. Да. Чё? Молчи. Не-не-не. Господа, там в электричестве что-то задание надо выполнить. Помогите, пожалуйста. А-а-а. А чё ты заманиваешь? Реально, кстати, челик и ёбнули. Место, бро. А кого убили? Чё, кого убили? Димаса убили. Слышишь? Димас же бегал за Никитосом? Ага, ага. Всё понятно. Никита, это кто, блядь? Ник, блядь, какой это, блядь. Никитос, Никитос, тебе пиздец. А хули ты ржёшь-то, блядь, а? Это было слишком палево, Никитос. Реально, гнидораса, блядь, зачем ты, блядь, второй раз уже, нахуй? Гниды, просто тебе доверять вообще нельзя. Так, а Никитос у нас кто? Никита, кто, блядь? Никитос, долбоёб. Долбоёб. Он долбоёб, да. Согласен, на самом деле.
Я против себя проголосовал. Аривидерчи, долбоёб. Я против себя голосовать. Моя кама там съела тебя, долбоёб. Знаете, в чем проблема? Почему я второй раз подряд был импост? А это, блядь, у тебя по жизни прописано. Ты тупо изи. Как туда дойти? Блять, репорт. Блять, труп черный. Понимаю, блять, понимаю. Это точно не Тёма, наверное. Это не точно не Димон. Не это не я, блять. Они могли меня убить. Еще я, короче, в Кирилле не сомневаюсь. Я в Сане с Севой не сомневаюсь. Я с ним ходил, да, с будущим. Ну, по факту Димон тоже вряд ли импостер, потому что у него было много вариантов меня. Это не Димон, это не Димон 100%. Я с ним ходил, он, блядь, выпал на миссию. Дикобраз опять. Интересный хуя почерк, блядь, интересный хуя, почерк, блядь, короче, блядь, убивать и репортить тут же. Да. Ну все, молодцы, молодцы, блядь. Да раз ты, блядь. Не, блядь, ну на самом деле это тоже палевно отчасти, типа, когда ты сам себя, ну, репортишь убитого, то просто. Так, сука, Никита не репортнул, блядь, хуя. Теперь у нас 6 трупов. 6 трупов, блядь. Да это оттуда. Кислород причините, пиздурки, блядь. Я думаю, это Макс, потому что он за мной бегал пол корабля. Вот, Макс, подозрительно за мной бег. А как только... я тебя не убил! Макс, я забыл. А у тебя могла быть перезарядка просто-напросто, блядь. Да. Я думаю, это Макс. Макс, да, Макс единоличный, блядь. Классный. Ты удуваешь. Последнее слово. Молодцы. Мы что, выиграли? Да хер знает. Макс, не стоит. У меня, кстати, есть сомнения еще, по крайней мере. Выиграли вы молодцы, да. А, выиграли. Бегаю. Ты странно бегал, Макс. Сева за мной бегает, Сева за мной бегает. Ну я, блядь, за тобой бегу, чтобы посмотреть, что ты делаешь, блядь. Предлагаю тебе посмотреть. Это точно не я. Это точно не я, блядь. Короче, как хотите. Можете за меня голосовать, блядь, но это не я 100%. Вот как хотите, блядь. Можете меня кикнуть. Ты за мной бегает, блядь, ты за мной... Я с тобой хотел, чтобы, блядь, посмотреть, что ты делаешь, блядь. Я в Димасе сомневаюсь. Еще чтобы ты удостоверился, что это не я. Я хотел, чтобы ты удостоверился, что это не я, давай. Я не знаю, я бы скипнул, потому что... Ну скипай. Саня, если ты скипнул, то я на убил. Давай Димаса кикнуть. Давай Димаса кикнуть. Да скипай, хочешь уже. Вы чё? Думаете, я просто... Реально по рофлу? Да. Пиздец, врача выкинули. Саня, беги, вас это. Всё, молчим. Блядь. Блять, кислород, утечка нахуй. Пацаны, подойдите вот с той стороны. Ах ты пидор-то, блять, байтишь нас на это, да? Да, блять, кто вас блять, Макс, отойди нахуй. Вы там, да. Хорошо. Я починил. Угу. Я починил. Да, блять, какие-то нахуй. Да ёпта, блять. Что случилось? Это что, Макс? Нихуя себе, блядь! Хуя ли это я-то, блядь? Как ты, Тёмыч? А я так считаю. А я считаю, что... Аргументы будут сегодня. Эта игра как бы... Короче, он странно ходил, и когда нужно было кислород починить, он находился в той области, но он не бежал его чинить. Так потому что, блядь, там был синенький. Я думаю, это Тёмыч. Это Никита. Ну давай. Уровень оборудования, блядь, точно такой же, нахуй. Пизда ты, заебись. Никита, блядь, по жизни нахуй, понял, блядь. Там далеко-далеко есть земля. Ооо, да он успеет. Дебил, блядь. Это говноед, он при мне убил Севу. Саня, кто-то видел меня. Нахрен ты это сделал? Он вот справа от главного убил меня. Этого да. Сева. Да. Не, мне нравится, как Сева меня подозревает и сразу начинает просто тупо вот около меня крутиться. Ты Илюшкин.
Так Сева, я как понял, уже всегда так делает. Он начинает за тобой бегать, хотя он не импульс. Кирилл, на конечно, тварь. На самом деле он мог рекорд, дайте сказать, что это я убил. И изи было бы для него, но... Да. Хотя нет. Ну в данном случае нет, на самом деле против, ну, против Димаса у меня было бы меньше подозрений. Ну, потому все, что, ребята, я говорю, он в начале игры с нами. Да. Отходим, все, ладно, спасибо за игру. Давайте, давайте. Давайте завтра можем еще зайти, давайте. Спасибо, да. Пока. Давайте, всем пока.